как рассказывали тоже Судердрейзен, который был когда целиком не было практически, он был уничтожен. Есть видно пострадали. Вот как писатель, можете сказать, вот, может от этого переезда сюда есть какие-то идеи, может, для будущих книг? Да если идеи какие-то и возникнут, они рождаются не то, что прям сразу. Писатель, он похож на губку, впитывает, а через какое-то время ее можно сжать, а потом течет. Сейчас база выпитывает. Я приехал, я смотрю, я слушаю, я общаюсь с людьми. Отожмется ли из этого что-нибудь, если отожмется, пока не готов. Тогда ближе к сегодняшнему мероприятию. Будете какие-то книги презентовать? Ну, такой задачи передо мной не стоит. Если каких-то всем интересных вопросов не будет, я расскажу про «Черное знамя», про роман, который стал неожиданно актуален, блеск активных таких националистических настроений на Украине, не только. А вот можно...